Итак, друзья, мы продолжаем смотреть крупнейшее шоу профессионального рестлинга в году в Санкт-Петербурге. Это «Битва на Неве», второй день. И сейчас на наших экранах появляется Ронни Кримсон. Да, ярославский самородок, бывший чемпион Москвы, бывший чемпион НФР. Бывший чемпион НФР в командных боях. Сегодня он заявлен как специальный гость. Давайте его послушаем. Кстати, да, у него же сегодня еще и день рождения. Поздравляем! Любой нормальный человек знает, что день рождения празднуется не вот так. Окей? Мой самый любимый человек в Минус-Западе – это Евгений Медведев. Я его просто обожаю. Он забронировал мне место на Битве на Неве, сказал, чтобы я приезжал и все будет хорошо. Я здесь. Он не сказал мне, чтобы я выиграл, чтобы я был за матч, чтобы я понял. Он не сказал мне ничего. Это подарок, а не дождение приготовил. Ну, собственно говоря. Зашла речь о Евгении Медведеве, он и появляется. Давайте его послушаем. Прежде всего, давайте, всем надо, мне сейчас помогут. Ронни, замолчи. Дамы и господа. Что ж, действительно, с днем рождения. Но, Ронни, друг мой, никто не будет приезжать в Санкт-Петербург, оскорблять этот город, эти жизни. Не. Пока я здесь, этого не будет. Ронни, я специально не стал ничего тебе говорить, не стал ничего сообщать, ничего писать, потому что то, что я придумал, это... Пускай это будет подарок на день рождения. Я знал, что ты приедешь вот с таким вот настроением, с такой подачей. Поэтому я нашел одного парня, который с удовольствием выйдет из себя всю вот эту вот дурь, которую ты несешь, когда выходишь на них прямо сейчас. Итак, дамы и господа, с возвращением ровно на один вечер соперником Ронни Кримсона сегодня становится... Да-да, друзья, Дилайт возвращается всего на один вечер, но на какой? На битву на Неве. Он сегодня будет соперником Ронни Кримсона. Да уж, Евгений Медведев приготовил настоящий сюрприз для Ронни Кримсона на его день рождения. Не знаю, окажется он ли приятным или не очень, но для фанатов это потрясающий сюрприз. Видим, как фанаты рады видеть Дилайта. Я сам безумно рад его снова видеть на ринге NSW. Да, в сентябре этого года на пятилетие NSW Дилайт поставил на кон свою карьеру в матче против чемпиона, тогдашнего чемпиона WWE Алексея Торнадо Усмана и, к сожалению, потерпел поражение. Его карьера в NSW закончилась, но сегодня... На один вечер он возвращается на ринг. Это очень круто. Да, друзья, я уже в предвкушении этого поединка. Как всегда, этот матч с вами смотрят комментаторы NSW. Джейки, это я и мой коллега Руслан Фадеев. Ну что ж, полетели, как говорится. Матч официально стартовал. Эти ребята уже встречались на ринге, я помню. И мне кажется, сегодня они могут показать отличный поединок.
Я тоже помню, это один из моих самых первых матчей в статусе комментатора NSW. Что ж, посмотрим, как сегодня получится у ребят. Но я думаю, что получится хорошо. И, возможно, Дилайт сегодня вспомнит, каково это получать такой невероятный кайф от рестлинга. И, может быть, не на один вечер вернется, а? Ну, хотелось бы, конечно, видеть его снова на регулярной основе. Но все-таки я расстоял на кону. Ладно, это же рестлинг, сколько уже раз было, что карьеры стояли на кону, проигрывали, но потом возвращали. Ох, как резво начал матч Дилайт. Дропкик отличный в исполнении этого прекрасного рестлера. Да, Дилайт стопроцентно не разучился показывать первоклассные матчи кроссбади за пределы ринга. Потрясающе заряжен сегодня Дилайт. Может быть, его сегодня как раз не сдерживают никакие рамки, ему нечего терять. Он сейчас вышел выступить чисто ради одного матча и просто готов выложиться на все 100. Вполне возможно, сейчас будем смотреть, что в итоге из этого получится. Наш именинник пока что, ну я только хотел сказать, что у него ничего не получается. И тут же Ронни Кримсон перехватывает инициативу. Ронни Кримсон, конечно, это сгусток опыта, невероятно опытный борец, невероятно титулованный рестлер, и он на прошлом шоу победил Акелу, между прочим. О-хо-хо. Да, мощный дропкик сейчас прилетает в Дилайт, потому что он даже перевернулся в воздухе. Какие-то меркантильные фанаты некоторые собрались. Ронни представляется сегодня хорошим матчем. Четкий дропкик в голову в исполнении Ронни Кримсона. Ну что ж, именинника, конечно, сегодня здорово поздравили с днем рождения, но поддерживает сегодня арена только Дилайта. Ну конечно, а как может быть по-другому? Мы помним, как проиграл свою карьеру Дилайт, как это было драматично. Ой, как по-пижонски сейчас действует Ронни Кримсон. Да, фиксирует болевой захват Ронни Кримсон. Я думаю, что вряд ли Дилайт сдастся. Сил у него еще очень много. Поднимаются оба рестлера. Удар по корпусу от Дилайта. Разбег. Так, удар в корпус от Ронни Кримсона. И... Falcon Arrow в исполнении Ронни Кримсона. Удержание только 2. Отлично, отличный Falcon Arrow, но только 2. Дилайт, конечно, непростой парень, непростой соперник. Выложиться придется на все 100. Так, Ронни разбег, встречный удар прямо по лицу. А Дилайт еще раз, ну еще раз получает Ронни Кримсон. Да, Дилайт, похоже, готов делать это постоянно. Влетает прямо в Ронни Кримсона. Ну что ж, Дилайту нужно почувствовать то, что он может победить в этом поединке. Мне кажется, он в этом и не сомневается. И ради этого Дилайт, я думаю, сегодня вернулся на ринг одержать очередную победу и доказать, что он все еще хорош, как и всегда. Так. О, какой интересный сентон исполнил сейчас Дилайт. Один, два. Только два. Мощная поддержка Дилайта. Действительно, он этого заслуживает. Я помню, как поддерживать Дилайта на пятилетии в том матче, где на кону стояла его карьера. Это была невероятная поддержка. И как его провожали. Да, это, конечно, было очень грустно. Один из самых печальных моментов в истории NSW. Это было круто. Это катер какой-то получился. Да, перелетел через канаты. Очень ловко исполнил Дилайт. Кримсон явно не был готов к такому сюрпризу по приезду в Санкт-Петербург. Ну, в принципе, Дилайт большую часть матча доминирует. Отличную форму демонстрирует Дилайт. Ронни Кримсону нужно чем-то отвечать.
Так. Вроде бы есть чем отвечать, но пока не получается. Дилайт блокирует Инти Гирев прямо в ухо. Как ухлёсткий звук был. Разбега канатов. Ну, встречная атака от Рони Кримсона. И отличный немецкий суплекс. Да, опыт, как говорится, не пропьешь. Рони Кримсон. Особенно это актуально в день рождения. Конечно. Рони Кримсон сегодня тоже на коне. Очень мотивирован. Но, глядя на такое выступление Дилайта, в очередной раз грустно становится, что он уже закончил карьеру. Ты посмотри, какой удар в затылок еще проводит Дилайт. Так, Дилайт, возможно, выходит на солнечный удар. На третий канат забирается Дилайт, но Рони Кримсон прерывает его атаку. И выходит на суперплекс, наверное. Что он задумал? Так. Очень опасное положение. Суперплекс. Прекрасно. И это еще не все. Рони Кримсон. Отличная бомба в присед. 1-2. Только 2. Отличный матч сегодня показывают ребята. Помнишь предыдущий матч Рони Кримсона против Акелы? Там постоянно Рони вот использовал какие-то болевые такие затяжные. А сейчас мы просто наблюдаем какую-то бешеную динамику. Не успеваем следить за этими приемами. Ну, это доказывает, что Рони Кримсон универсальный боец. Он может вести бой в разных стилях. Да. И на бите на Неве у нас постоянно лучшие матчи года. Все самое интересное. Все противостояния подходят к концу. Итак, Рони Кримсон. Жесткий удар. О, пощечина от Дилайта. Пощечина от Рони. Пошел обмен. Очень жесткий. Разозлился прям Рони Кримсон, ну и Дилайт-то тоже. Очень сильно разозлился. Так, сворачивание внезапное. Нет, только 2. Дропкик! Какой резкий дропкик. Как он вообще успел так вот спозиционировать себя. И тут же выходит на... Так. Посмотри, что он делает, а? Свининг нэкбрейкер с использованием канатов. И, похоже, сейчас он попытается провести солнечный удар. Он не попытается его провести, он его проведет сейчас, да! 1, 2, 3! Это вот победа! Вот это возвращение, я понимаю! Безумно рад за Дилайта, поздравляю его с победой! Рекомендую подумать о том, чтобы, возможно, все-таки вернуться на постоянное основе! Да, битва на Неве в очередной раз оказывается успешной для этого молодого рестлера. Год назад он победил Егора Соколова, что стало большой неожиданностью для многих фанатов. А сегодня он одолел такого ветерана, как Рони Кримсон.